Всем привет, дорогие друзья, это XBT.com и передача XBT Live, и я хочу рассказать вам небольшую новость. Дело в том, что мы переезжаем. Точнее говоря, передача XBT Live переезжает на свой собственный канал. Несколько лет назад мы решили, что на обычном XBT-шном канале нужно делать не только обзоры, но еще и какие-то лайв-видео с конференцией, возможно, обзоры того, что сложно протестировать, ну, а еще можно просто рассказать. И вот мы делали такое видео, и могли бы его делать больше, но оно просто уже не лезет в обычный XBT-шный канал с обзорами. На новом канале у нас будет много всего, что укладывается в концепцию XBT Live. Во-первых, у нас там будут репортажи с выставок, во-вторых, какие-то быстрые обзоры. Ну и также мы будем делиться с вами тем, что приехало в наш Test Lab. Вот, например, только что к нам приехал Core i9, о чем я расскажу вам как раз на канале XBT Live. Также мы заберем туда GameTag. Так что вы подписывайтесь на новый канал, оставайтесь с нами на канале XBT. Ну, вроде все сказал, пока.